Сегодня приготовлю вкусные лодочки из кабачков с фаршем. Помидоры надрезаем крест-накрест, заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Лук нарезаем мелкими кубиками. Нарезанный лук отправляем к фаршу, добавляем измельченный чеснок. Прошло 10 минут, и теперь легко можно снять кожицу с помидора и нарезать на мелкие кубики. Нарезанный помидор отправляем к фаршу. Кабачки моем, разрезаем на две половины. Из каждой половины, используя чайную ложку, вычищаем мякоть, оставляя слой 8-10 мм мякоти от края. Для удобства контур я наметила ножом. Вот такая вот красивая лодочка у меня получилась. Остальные половинки кабачка делаем точно так же. Мякоть из кабачков нарезаем очень мелко и отправляем к фаршу. Лодочки слегка присолить. Теперь доготавливаем нашу начинку для лодочек. В начинку добавляем соль, перец, зелень, приправу и все хорошо перемешиваем. Наша начинка готова. Лодочки выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и наполняем наши лодочки начинкой. Ну вот, я все лодочки наполнила начинкой. Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 45-50 минут. Пока запекаются наши лодочки, натираем сыр на крупной терке. Мои лодочки запекались 50 минут. Теперь я их достала, посыпаю сыром и отправляю в духовку еще на 10 минут. Вот такие вот вкусные сочные лодочки из кабачков с фаршем у меня получились. Готовьте с любовью. Всем приятного аппетита!